Давным-давно, с незапамятных времен, живет виноградная лоза в Азербайджане. В наши дни она органично вписалась не только в сельский, но и в городской пейзаж. Поселилась на балконах и просто на улицах. Ароматный дошап из винограда. Витаминов полный набор. А возьмите сушеный виноград. Без него, поверьте, плов не плов. Виноградный сок, вино. Что может быть лучше? В бесконечные дали убегают плантации, взбираются в горы поближе к заснеженным вершинам Кавказа, спускаются в долины к весело журчащим речкам. Солнечные ягоды отводятся все новые и новые плантации. Сегодня виноградарство становится одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного производства в Азербайджане. Об интенсивном развитии его в республике принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР. Постановлением предусматривается широкая специализация и концентрация процесса возделывания винограда. Создаются мощные профильные хозяйства, агропромышленные комплексы. Проблемы возникают самые различные. Решать их требуется быстро, оперативно. Джелилабадский район. Земли есть и неплохие, а вот воды для полива хватает не всегда, особенно в летнее время. Недаром поется в песне «Кто ищет, тот всегда найдет». Выход нашли. Разработана и быстрыми темпами внедряется в жизнь система так называемого малого орошения. Один за другим сооружаются водохранилища. Они собирают влагу, которой в достатке и в соседних Талышских горах. Особенно весной, когда тают снега, да и в обильные дождями осень.
вода – это жизнь. В Шамахинском районе проблему обеспечения высоких урожаев решают по-своему, с учетом специфики местных условий. Рассказывает первый секретарь Шамахинского райкома партии Фирус Мустафаев. Как вам известно, Шамахинский район является из старинных виноградарческих районов. В этом районе до сих пор виноградники всегда обрабатывались в агарных условиях. Но последние годы для того, чтобы увеличить отдачу гектара, мы начали заниматься орошением виноградников. Откуда мы набираем эту воду? Вот вы видите, здесь построено, значит, водохранилище. Это территория совхоза имени Щербани. Таких водохранилищ у нас по району числится 14 штук. Последние за 3 года мы на территории района, кроме этих водоемов, построили 15 насосных станций, 36 километров трубопроводов для орошения виноградников, которые это обеспечивает в общей сложности 25% орошения из имеющихся виноградников. Эти воды накапливаются вот такое зимнее время, а летом, когда нехватка влаг, мы их используем по цели орошения виноградников. А это дает отдачу. Можно сказать, что из орошаемых виноградников мы почти 50% увеличили отдачу каждого гектара. Новые плантации – это и новые километры проложенных к ним шоссейных дорог. Звено за звеном ложатся на полотно 25-метровые пролеты железнодорожных магистралей. Путь их лежит к предприятиям по переработке винограда, которые одно за другим вырастают на вчерашних пустырях. Эти мощные емкости должны принять первые тонны будущего урожая. Ученых свои проблемы. Им приходится решать самые разнообразные задачи, связанные с повышением урожайности, улучшением качественных показателей уже существующих сортов и внедрением новых, совершенствованием агротехники возделывания этой ценной культуры. Об этом рассказывает директор научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Жангир Сулейманов. Ученые стремятся получить сорта, отвечающие самым различным условиям. Одни должны быть устойчивыми к высоким температурам, другие, напротив, к низким. Одни хорошо переносить избыток влаги, другие, напротив, ее дефицит. Цель поиска – найти такой набор сортов, чтобы свежий виноград можно было видеть всегда на столе, начиная с лета и кончая глубокой зимой. Совершенствование агротехники – тоже немаловажная задача. Здесь цель – передать машинам весь процесс обработки плантаций. Нужды, проблемы, заботы тружеников полей в сфере постоянного внимания руководителей республики. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана товарищ Алиев, частый гость на виноградных плантациях. Урожай выдался отменный. Виноградная лоза добрая, но так просто свои щедроты не дарит. Требует к себе внимания, заботы. На любовь отвечает взаимностью. Спорится дело в умелых руках. Можно сказать, сейчас значительная часть процесса возделывания винограда механизирована, кроме, пожалуй, сбора. И согласитесь,
Приятно этот процесс ощущать в своих руках упругие шарики янтарных ягод, которые дарят радость тебе и другим. Резкое увеличение производства столовых сортов в числе первоочередных задач, которые поставили партии и правительство перед виноградарями. Сохранить в уже переработанном винограде его волшебную первозданность, неповторимый букет, аромат, вкусовые качества – это тонкое, сложное искусство, серьезная, кропотливая работа специалистов самых различных профилей. И они с ним справляются неплохо. Об этом убедительно свидетельствуют медали всех достоинств, которые завоеваны на многочисленных международных выставках, смотрах, ярмарках. Аксакалы твердо уверены, стакан виноградного сока – год жизни и меньше. Отменный урожай получили члены бригады депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР Ахмеда Агаева. Честь и хвала им. Но дела не кончаются. Заботы о будущем урожае, они начинаются уже сегодня. Виноградарство становится на прочную индустриальную основу. Шпалеры для плантации. Их надо сотни, тысячи. Заводы республики будут выпускать до 300 тысяч кубических метров в год. В развитии виноградарства в республике произошел стремительный взлет. За 10 лет в 6 раз увеличено производство винограда. И Азербайджан по его сбору вышел на первое место в стране. Замечательный подвиг одержали люди труда. Потому-то такое хорошее настроение на празднике урожая. Впереди новые рубежи. В постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР выдвигается задача довести к 1990 году производство винограда в Азербайджане до 3 миллионов тонн. И задача эта будет выполнена.